Ардақты телекөрермендер, Тобыл таңы бағдарламасы өз шығарылымын әрі қарай жалғайды. Мамандығым мақтанышым. Дәл осы тақырыпта бүгін өз пікірлерін ортаға салып, өз мамандығы жайлы айтатын студия қонақтарымен де таныстырсақ, Ерлан Бисен, Саламат Тілеуханым, нөмірі бірінші өрт сөндіру бөлімінің өкілдері. Хош келіпсіздер. Добро пожаловать. Их профессия была уже отважна и трудна. Но именно они стали героем в последнее время социальных сетей. Да? Каждый знает эти имена, хочет как-то подражать. Правильные кумиры появились, что очень хорошо. Давайте расскажем вот эту вот историю нашим зрителям. Так, данная фотография была запечатлена на пожаре 12 месяца 2018 года. Прошел пожар по улице Чехова 106/2. Наше подразделение прибыло туда первым. Мы начали проводить аварийно-спасательные работы. Первая наша задача – это было спасение и поиски пострадавших. Это было в первую очередь наше решающее направление. А тушение пожара – это было уже второе. Я қазірмінекі экранда да қарап отырмыз. Дамир Байжарасов бейнеленген. Бұл сырттай сол өрттің куәгерінің түсіріп алған суреті әлеуметтік желіде таралып, қазақстандықтар әртүрлі өзінің пікірлерін білдіріп жатты. Шында да бұның барлығы да өрт сөндіру саласының мамандары үшін көп деген қазақстандықтардың құрметін, әлтипатын білдіріп жатты. Жігіттер, еңбектерің жансын дейміз. Енді бұндай өкінішті оқиғалар болмаса екен деп тілейміз. Ең бастысы елімізде тыныштық болсын, береке болсын. Сіздер тыныштықтың сақшысыздар. Осындай мамандықтарыңыз арқылы көп деген жастарға үлгі бола білгейсіздер. То есть, видишь, классический рабочий день. Пришли на службу, пожар, что часто бывает, да, нужно выезжать, ни минуты нету на раздумье, нужно правильно принимать решения, очень активно действовать и спасать, что самое главное. Да, конечно, это было заступление, наше дежурство. Саламат расскажет, как мы заступали на дежурство. Пожалуйста. Да. Каждый день заступаешь на дежурство, приезжаешь, поступает вызов, ты бежишь. Все как положено. И нет времени на раздумья, потому что надо спасать людей. От нас зависит их жизнь, получается. И ты не думая даже, просто делаешь свою работу, с тобой проводят занятия, ты знаешь, что как делать. Потому что ты не боишься этого. Енді жаңағы жанып жатқан жалының ішіне кіріп кетуді оңай емес, өйткені өзге жанның өмірін құтқару керек. Кей сәтте былайынан бір қорқыныш болмай ма? Осы жалынға кірейін деп тұрған өз өміріме қауіп төнеді ау, болмаған керек па жалпы деген сыңайда, сырттай тұрып та сөндіруге болады дейтіндер, бір сондай бір ойлар келіп қалмай ма жалпы? Мысли нет таких, потому что ты знаешь свою работу, ты с вами обучают, вами занимаются, ты делаешь свою работу и все. Просто заходишь и ищешь человека. Главное спасти человека, все, не раздумывай. Да, тут на первый назад. План уже самоотверженность выходит, и не думаешь ни о своей жизни, ни о чем другом. Вот после пожара, проведенный уже в боевых задачах, уже по-другому начинаешь оценивать жизнь, уже по-другому оцениваешь людей, смотришь на своих коллег, уже становятся они тебе родными, потому что знаешь, что вовремя они тебе помогут, найдут того же самого пострадавшего, вместе с ним ты его вытащишь. Если, допустим, не дай бог, конечно, с тобой что-нибудь случится, он рядом с тобой, он в ответе за тебя. Когда как старший товарищ, да, опекает, помогает, где-то вытаскивает из сложных ситуаций. Как вы думаете, в социальных сетях очень много комплиментов, слов благодарности в вашу сторону, да? Эта история действительно потрясла многих. Все-таки приятно слышать, во-первых, вашим близким, что такой труд не прошел даром, да? Что действительно люди ценят и помнят такие моменты, когда человек отключает вот это вот первый самый закон, да, наше сохранение. Каждый из нас при экстренной ситуации думает о себе. Но когда человек умудряется помочь другому, это ценится вдвойне. Понятное дело, что это ваша служба, но... Есть такое понятие, как социальная полезность. Конечно. К сожалению, не все об этом понимают. Приятно, конечно, сейчас, когда такая ситуация в социальных сетях, когда ты приходишь домой, там уже по-другому на тебя супруга смотрит, уже родители звонят, беспокоятся все время после дежурства, когда приходишь. Но... Есть такое понятие, да, как я говорил, социальная полезность – это кто, если не мы, будет заниматься этим. Например, Саламат определился после армии, пришел к нам в службу.
Я заканчивал специализированное под, ну, как учебное заведение, это Академия МЧС Республики Беларусь, после чего ну, я устроился здесь, работал поначалу инспекции. Инспекции, конечно, немного не то, как в начальником караула работать, там выполнять какие-то боевые действия. Все равно как-то интереснее, есть коллектив верный, вместе с ними ты отрабатываешь эти все навыки, каждый раз нормативы оттачиваешь свои и готов ко всему. Это самое основное в нашей работе, быть готовым. Егер де сіздерге қайтадан таңдау берілетін болса, бәрінің басынан бастап, мектепті бітіргеннен кейінгі таңдау, мамандық таңдаудағы, дәл осы мамандыққа қайтып келер ме едіңіздер? Да, верніңіз. Еш өкінбейсіздер? Нет, это уже как бы, вот даже нами хотя проработано, да, не так уж много времени, там даже не знаешь, что будет завтра, как бы послезавтра, но все равно тот выбор, который совершен, его уже не изменить, и я бы, наверное, повторил бы его. Те же самые 4 года обучения в казарменном положении, я бы их повторил все заново. А повторить вообще-то нашей молодежи сейчас становится с каждым годом сложнее и сложнее, потому что планка повышается. Много сильных, смелых, храбрых хотят пойти на службу, да, но нужно пройти очень высокие критерии, чтобы действительно доучиться, да, и дослужиться до хорошего звания. Нужно, да, обучаться, саморазвиваться, как бы. Так не стоять же, на месте. Не стоять на месте, физически развиваться, как бы умственный кругозор свой развивать. Также где-то, даже элементарно книги читать. Развивать свой словарный запас, чтобы вовремя их подбирать, вовремя ответить. Много людей, которые, да, вот паникующих на пожаре, нужно с ними тоже разговаривать, оказывать им психологическую поддержку. Психолог-то был грехой сделал момент вторгнуться. Да, даже вот с личным составом, с ними, когда проводишь занятия, где-то у кого-то что-то не получается, надо к нему найти такую планку, опору, чтобы дать ему подход. Каждому человеку нужен свой подход. Вот, и надо ему спокойно разъяснить это все. Не как руководитель там ругать, кричать. Просто надо ему разъяснить, ты то не сделал, он как бы поймет, исправит, и все будет у него все получаться. Видишь, мало того, что сам не поддаешься панике, так еще и другого нужно убедить, да, в правильности. Он и мамандық емес, был мамандықтың қырсырына ұғынып, толық осы өрт сөндіру мамандығының толыққанда иесі болып, мамандығының мақтаныш болуда ол оңай емес. Сондықтан да осында еңбектеріңіз үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Ең бастысы тыныштық болсын. Өрт болмасын, ең бастысы алаулаған жалынды жастарымыз көп болсын дейміз өздеріңіздей. Соңдарыңыздан еріп жатқан інілеріңізге, қарындастарыңызға қандай кеңес бересіздер? Осы мамандықты таңдаймын деп болса, жаңа құлшынып отырған жастарға. Вот, например, свой выбор я сделал, смотря на своего дядю. Он тоже был пожарным спасателем. Мне всегда нравилось. Ну, про него писали как бы в газетах. Я оттуда только узнавал о его поступках героических. Также все время приходил в пожарную часть, видел его фотографии, грамоты. Дома тоже грамоты, дипломы всякие разные висели. Это гордость становилась. А ваш выбор? На чьем опыте опирались? Мой кто выбор. Был примером? Я был... гулял по вечернему городу и всегда смотрел, как проезжают пожарные машины, и всегда вот хотел быть так же. И мальчишкой думали, вот романтика, да? Ну вот куда нужно идти работать. А также спасать людей. Спасать. Спешить. Но хотя первые сложности встретились на пути в профессиональной деятельности, не испугались? Нет. Не передумали? Нет, не передумал. Надо оттачивать свое мастерство, и все будет хорошо. На сегодняшний день какая ситуация потрясла в большей степени? Какой случай? Қандай оқиғаны бастан кешкенде осы мамандыққа қатысты бір қатты қиналып қалған сәттеріңіз мүмкін бір жүректеріңізде дәл бір қалып қалған осындай бір оқиғалар бар шығар? Боялись не успеть спасти всех в данном пожаре, который произошел. Был страх, торопились, как могли, работали. Все силы были брошены. Ну, к сожалению, не все так хорошо и везде получается. Будем оттачивать все свое мастерство, отрабатывать все те же самые, проводить также уже больше времени уделять на практические занятия, чтобы таких ситуаций как бы не повторялось, чтобы у нас все слаженно получалось, и чтобы затрачивать на это все меньше времени.
Чудеса как часто случаются? Самая настоящая вот новость, которую все слышали, она не могла не потрясти, да, в новогоднюю ночь, когда обрушился вот этот вот дом, целый подъезд, и 11-месячный ребенок остался жив. Спустя там 35 часов его быстро доставили в больницу, сейчас принимаются все необходимые меры. Вот что-то подобное случалось, когда, казалось бы, ну нереальная ситуация, и все-таки смогли побороть ее? Ну... Так, такой ситуации прям не было, чтобы... Полмайда хвостит. Да. Да. Ну, конечно, дай бог, чтобы она и не была. Не было. Но таких пока не встречалось. Вот. Я, полмайда хвостит. Хостынай, көрікті мекендердің бірі, хостынай тыныш қала, көрікті қала деп мақтанамыз. Тек қана хостынай демес, елімізде, жалпы әлемде тыныштық болсын, береке болсын, бірлік болсын, адамдардың барлығы да бақытты бір-бірімен достық жарасып өмір сүрсін деп тілек білдіреміз. Қазір Жұлдыз Жорамалға кезекті берейік, одан кейін сұхбатымызды қорытындылайтын боламыз. Овны, самое время заняться вопросами, которые касаются подчиненных или учеников. Постарайтесь передать им свой опыт. Тельцы, сегодняшний день подходит для того, чтобы найти людей, которые смогут оказать вам реальное содействие. Близнецы, у вас появится возможность дополнительного заработка. Вам предложат работу или вы найдете подходящую вакансию. Раки, сегодняшнюю работу надо завершить полностью, потом у вас уже не будет возможности что-то переделать. Львы, документы, бумаги, отчеты могут содержать ошибки, так что будьте готовы исправлять что-то в последний момент. Девы, прежде чем работать с техникой или аппаратурой, изучите инструкции и разберитесь в тонкостях того, как все работает. Весы. Ваша экономность и отказ от чего-то важного окажутся не напрасными. Скорпионы. В этот день ваша репутация может несколько пострадать, так как вы не совсем справитесь. Стрельцы. Постарайтесь успеть все намеченное. Сегодня важно все делать быстро и ничего не откладывая. Козероги. Вы не сможете противостоять влиянию и уговорам, так что не сопротивляйтесь и поберегите силы для другого. Водолеи могут пожалеть, что отказались от чего-то или уступили кому-то. Рыбы. Звезды советуют вам держаться на расстоянии и от людей, и от их проблем. Издали будет проще увидеть и понять их слабые места. Ардақты телекөрермендер, ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын дейді. Сондықтан да барша көрермендеріміздің атынан осы бүгінгі студия қонақтарын алғысымызды білдіргіміз келеді. Осы ел үшін етіп жүрген еңбектеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Ал енді сіздердің таңғы тілектеріңіз барша қазақстандықтарға деген. Всем казахстанцам желаем крепкого здоровья в новом году, удачи больше, а также наши профессиональные пожелания, потому что соблюдали элементарные правила пожарной безопасности, чтобы всегда были бдительны и знали, на какие надо номера набирать при таких случаях. Спасибо, ваше пожелание. Также хотел пожелать всем счастья, большого здоровья, и чтобы у людей были только слезы радости, счастья, и чтобы всегда сходили с улыбкой на лице. Ну, все. А вас мы благодарим за участие в нашей передаче. Просим оставить еще пару добрых слов нашей книге совместно с автографом. Конечно. И, конечно, пожелаем приятной службы, поменьше каких-то экстренных случаев. Понятное дело, что ваша профессия напрямую с этим связана. Но чтобы человеческого горя было как можно меньше в нашей жизни. Спасибо, что сегодня были вместе с нами. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, дәл қазір тамаша музыкалық сәлемдеме тек сіздер үшін, одан кейін шығарылымызды әрі қарай жалғайтын боламыз. Оставайтесь на нашем канале. Болған кезімді көріп өлдір өзіңді естіп тәт
Қандай ләзет сен сыйладың ау түр-түрлі Қандай ғажап әх сүйген сұлу сылғымды Ұрлап күндіз күлгімді Бұздың түнгі ұйқымды Болып жүрмін най Дүр-түрлі Көрікті солым Әтті ғылығын Борады бұрамын Исі Ешкінге қарама Тек мені бағала Сүйсің сен мені ғана сүйші Наверняка, Божен, каждый из нас хоть раз в жизни хотел радикально изменить свою ситуацию после какого-то путешествия, сменить место жительства, поменять работу или вообще начать жизнь с чистого листа. Вы не одиноки, к тому же психологи доказали, что любая поездка может изменить наше сознание. Дұрыс айтасың, бұл ойыңмен толықтай қосыламын. Жалпы дүние жүзін шарлауға бір емес, бірнеше ай уақыт кетеді. Өкінішке орай кезекті еңбек демалысы ұзаққа созыла бермейді. Сондықтан да дүние жүзін шарлап қайтуға мүмкіндік болмайтыны да рас. Алайда алты құрлықты аралау аяқ астынан болуы мүмкін. Осыған байланысты әлемнің түкпір-түкпірін аралауға түрткі болатын кейбір себеп салдарлармен, оқиғалармен бөлісе отырсақ. Бауыржан, исследователи из Германии проанализировали психологические последствия путешествия. Они работали с группой немецких студентов, половина из которых готовилась учиться за границей, в то время как другая половина осталась в колледже в своей родной стране. Все студенты прошли тесты, которые им пришлось повторить в конце обучения. Результаты не оставили сомнений. Поездки меняют нашу личность, воздействуя на 5 ключевых областей: эмоции, экстраверсию, доброту, ответственность и открытость к новым впечатлениям. Я енді айта берсе, жалпы саяхаттаймын десе, адам әртүрлі себеп табы алады. Мектеп, жоғары оқу орнын бітірген соң жұмысқа орналаспас бұрын алаңсыз саяхат жасаңыз да болады. Білім ордасын алған тәлім саяхат кезінде кәдеңізге жарайтын болады. Шетелде тегін жұмыс істеу немесе оқу бағдарламалары арқылы сіз біліміңізді жетілдіріп қана қоймай, әлемнің түкпір-түкпірін аралап өз біліміңізді толықтыра аласыз және де қиялға да ерік бересіз. Любой путешественник может подтвердить, что дела не всегда идут по плану. Задержки рейсов, плохая погода или другая проблема может заставить нас изменить свой маршрут. Но ведь главное не то, что происходит, а то, как мы к этому относимся. Поэтому поездки, особенно спонтанные, вырабатывают у нас полезную стрессоустойчивость и помогают быть более гибкими и открытыми для новых впечатлений. Я жалпы өткен күндерге көз жүгіртіп, алдағы күндер жайлы ойлап, өз өміріне көзқарасты өзгерту мақсатында көп деген жандар саяхат жасауды жөн көреді. Себебі өзге ортада жүрген кезде адам баласы талдау жасай алады. Әлемді шарлау адам баласына өмірді тереңірек түсінуге жол ашпақ. Во время путешествия лучше понимаешь, что любой наш шаг имеет последствия. Если мы где-то замешкаемся, то можем опоздать на рейс. А это изменит целую цепочку событий. Такие маленькие стрессы помогают нам приспособиться к жизни в другой стране, делают нас более взрослыми, организованными и ответственными. Ал, олай болса, ардақты телекөрермендер, саяхаттау тұрғысында бекерден бекер айтып отырған жоқпыз. Қазір саяхаттаймын десеңіз айдарына кезекті берсек. Внимание на экран. Бразилия.
одно из самых привлекательных с точки зрения туризма государств южноамериканского континента. Роскошные пляжи с золотым песком и прозрачной океанской водой, непроходимые дебри таинственной Амазонки, водопады, знаменитый на весь мир бразильский карнавал – таким набором чудес вряд ли может похвастаться какая-либо другая страна. По площади республика занимает около 5,7% всей поверхности суши на планете, а по численности населения находится в первой мировой пятерке. 190 миллионов бразильцев сегодня говорят на 175 языках. Климат Бразилии можно смело отнести к категории жарких. Он существенно разнится в различных регионах, поскольку территория государства охватывает сразу несколько зон – экваториальную, полузасушливую, субтропическую и тропическую. С января по май температуры умеренно высокие – до 18-20 градусов ночью и 27-30 днем. А вот с июня по декабрь становится жарче – днем до 32-34 градусов. Если вы хотите купить на память о Бразилии какой-либо сувенир или привезти подарок друзьям и родственникам, то обратите внимание на возможные варианты. Кофе. Выращиваются они в разных штатах Бразилии. Каждый имеет неповторимый аромат и вкус. Украшения из самоцветов. Покупая такой подарок, будьте внимательны. Изделия из драгоценных камней лучше приобретать в крупных торговых центрах или магазинах с солидной репутацией. Бутылки с разноцветным песком – один из самых популярных сувениров, поскольку изготовление его происходит прямо на ваших глазах. Гамак – это изобретение индейцев, прочно вошло в список обязательных сувениров. Бразилия – сказочная страна. Единственный минус для туриста – ее отдаленность. Именно этот факт и приводит к тому, что туры сюда стоят достаточно дорого. Сказывается стоимость перелета. Бразильская кухня. Слияние африканских, европейских и индийских традиций сформировало местные кулинарные традиции. Влияние Португалии сегодня отражается в гулише, в жареном на гриле мясе и сладких десертах, в навыках приготовления сыров и копчения мяса, а также в использовании таких ингредиентов, как соленая треска, чеснок, оливки и миндаль. К наиболее интересным блюдам можно отнести ассорти из особой черной фасоли, мяса, муки и овощей со специями, обжаренную печень под различными соусами. Поражает туристов и огромное разнообразие тропических плодов. Вы сможете попробовать приготовленные на их основе вкуснейшие прохладительные напитки. Приятного вам путешествия! Дәл осындай кеңестерден кейін қалайша саяхаттамасқа, әлемді шарлаңыз, саяхаттаңыз, жаңа достар табыңыз, әлемдегі сан түрлі қызықтардың өз көзіңізбен куәгері болыңыз. Отдых от повседневной жизни позволяет нам переосмыслить свои приоритеты и взглянуть на жизнь по-другому. Начать ценить то, что мы обычно принимали как должное. Мы прекращаем жаловаться и становимся более благодарными за то, что имеем. Это позволяет чувствовать себя еще счастливее. Я жалпы еңбек етемін деген жанға шетелде де жұмыс табылады. Ол үшін міндет түрде өзге тілде еркін сөйлеудің де асаға жет жоқ. Шетелдерде өз еліңіздің азаматтарымен бірге өз тіліңізде қолдана отырып жұмыс істей аласыз. Мысалы, елшілікте, мәдени ошақтарда тағысын сондай іздеген адамға жалпы жұмыс табылады. Қай жерде болса да. Людям обычно не нравится то, что они не понимают или не принимают. Однако, когда во время путешествия мы тесно взаимодействуем с различными культурами, традициями, видим иной образ жизни, ставим себя на место других людей. Это сильно меняет наше мировоззрение, ломает стереотипы и помогает стать более терпимыми. Сан жылдар бойы жұмыс істеп, бала шағасының жағдайын жасап, зейнетке шыққан жандар демалу үшін шетелді аралайды. Әдетте зейнетке шыққан қауым саяхат кезінде денсаулықтарын түзетіп айтады. Мысалы, тұзды шипажайларда демалып ем-дом қабылдайды. Әртүрлі енді әлемде ем-дом қабылдайтын өте керемет табиғи орталар көп. Соның барлығын аралап шықсаңыз, еш артықтық етпейді. Во время поездок нам приходится общаться с большим количеством людей. Все это прокачивает экстравертную сторону нашей личности. Постепенно мы начинаем чувствовать себя более комфортно в диалоге с незнакомыми людьми и даже находим новых друзей. Я Маргарита, жалпы саяхаттаудың сан түрі бар ғой. Жүрегі кең жандар табиғи апатқа немесе қайғылы жағдайға тап болған мекендерді аралауды жөн көреді екен. Өз көзімен қайғылы жамылған жандарды көріп, қасіреттеріне ортақтасуды жөн санайды. Жандарынан табылып, көңілдерін аулауға тырысады. Өз еркімен көмек беріп, қайырымдылық шараларға қатысады. Бұл шында да бір саяхаттаудың ең бір рухани жақсы демалысы деп білеміз. Бұл жерде көптеген жандарға көмек көрсету арқылы адам рухани ләззат алып, рухани демалады.
Чем больше мы путешествуем, тем лучше чувствуем себя в тех ситуациях, в которых раньше нам не было бы комфортно. Это происходит потому, что наш мозг постепенно понимает, нет ничего плохого или опасного в том, чтобы выйти за рамки наших обычаев и привычек. Этот навык очень пригодится в повседневной жизни. Я жалпы жоғарда аталған бірде-бір себепті алға тартпай-ақ, жайдан жай саяхат жасауға болады демес пе? Бұрыннан бері үнді еліне сапар шегуді, Болгария суларына шомылуды армандап жүрсеңіз, жүгіңізді жинап, жолға шығуға асығыңыз, өзге елдің тыныс тіршілігімен таныса отырып, күнделікті күйбен тіршілікті ұмыталасыз. Марк Твен как-то сказал, через 20 лет вы будете сожалеть больше о том, что вы не сделали, чем о том, что вы сделали. Так что оборвите канаты, поймайте попутный ветер, уплывите подальше от тихой гавани, исследуйте, мечтайте, открывайте. Поэтому мы желаем вам не сидеть на месте, а увидеть мир во всем его многообразии. Я ең басты армандай біліңіз, армандай біліңіз, армандай біліңіз. Өйткені... Шақсы армандардың барлығы, шынайы армандардың барлығы арғашан орындалады, ардақты телекөрмендер, армандарыңыз орындала берсін. Қазір бір сәттен кейін студиямыздың кезекті қонақтарымен таныстыратын боламыз, ал музыкалық сәлемдеме Тобыл таң бағдарламасының ұжымынан болсын. Yeah.
Атақты телекөрермендер, Тобылтаңы бағдарламасы өз шығарылымын әрі қарай жалғайды. Енді сұлулық тұрғысында да бүгін әңгімеге қозғауды жөн деп санадық. Осы тұрғысында қоғамда сұлулық тұрғысында өз пікірін білдірем деп келген аруларымыз бар. Олда болса, студия қонақтармен таныстырайық. Если ранее в нашей студии были смелые и отважные, то сейчас молодые и красивые. Да, изменилась ситуация. Ну, во-первых, Инстаграм дива, не так ли? Алина Тонких сегодня вместе с нами. А во-вторых, девушка, которая может сделать из любой девушки красавицу. Раушан Юсупова, доброе утро. Доброе утро. Рада вас наблюдать. Взаимно. Как Новый год для вас? Смотрим в блестящем, да, пришли? Все еще длится, несмотря на седьмое число? Да, все еще длится, да. Новый год прошел очень хорошо. Начала с чистого листа, так сказать. Думаю, что в дальнейшем продвижение моего Инстаграма будет намного лучше. Да. Давайте вообще расскажем, с чего все начиналось, когда зарегистрировались, когда пошли первые подписчики. Хорошо. Начала я свою жизнь инстаграмную, так сказать, с 14 лет. В 14 лет я выложила первые фотографии, для меня 11 лайков это было очень много в начале. Когда без хэштегов, да, без ничего. Потом мне начали отмечать во всяких группах, ну там красивые СНГ, красивые девушки Казахстана, и на меня начали большое количество подписываться людей, много лайков было, как бы, ну и вот так вот я начала заниматься, как бы у меня это уже по счету где-то 4-й аккаунт. Остальные аккаунты я все продавала, этот аккаунт я решила не продавать, так как я хотела дальше его развивать, больше лучше на рекламе зарабатывать, чем вот так вот продавать и терять свои странички, вот, как бы, ну, в общем, сейчас как бы все нравится, ничего как бы такого плохого, единственное то, что очень много хейтеров. Понимаю, потому что все люди, чем ты больше лучше становишься, ну, чем они начинают тебя больше как бы вот, атаковать. Да. А как с ними бороться? Закрывать просто, комментарии, нет, не отвечать? Нет, просто не обращать внимания. Самый лучший способ. Сегодня ваша страничка из чего состоит? Больше видео, фото, направленность? Больше фото, как бы, больше видео с макияжем. В основном девочки это любят. Конечно, любят, он нам сейчас расскажет, насколько, да? Да? Давайте поговорим о трендах 2019 года. Что будет модно? Я сам день не была, чтобы я жила. Вообще в макияже, я считаю, естественность в моде. Конечно, если девушкам комфортно, какая-то неестественность, если тогда, ну, они могут, в принципе, если девушка считает, что это комфортно, тогда нужно это делать. А так вообще для меня естественность в тренде. Спорт и как бы уход за собой, в первую очередь. Табиғи сұлулық, ең бастысы ғой, қанша дегенменде. Ну, вы это и пропагандируете, да? Спорт, красота, да, да, конечно. Здоровый образ жизни, да, так ли? Да. Когда пришли первые подписчики и стали понимать, что уже как-то популярность возрастает? Ну, где-то, знаете, не сразу, конечно, где-то через год, потому что только начала развиваться страничка, только начали подписываться. Самое большее для меня лайков это было когда около 500 где-то. Потом я уже поняла, что вот она, популярность пришла. Ну, как бы сейчас многие, когда меня видят, говорят, звезда Костанай. Ну, знаете... Узнают, да, на улице? Да, узнают. Иногда просят фотографироваться, сделать фото. Я иногда стесняюсь даже, иной раз теряюсь. Но, как бы, ну, почему бы и нет? Ну, я себя не считаю звездой. Ну, то есть, я просто люблю развиваться. То есть, я люблю красивые делать фотографии. Заниматься также макияжем. Сама хочу даже на раз выучиться на визажиста и открыть свой бизнес. Енді бұл жерде кәсіби қазір дәл осы сала бойынша білімі жетілдіріп келген Раушан. Сіз Ресейде өз біліміңізді дәл осы жаңағы опа далап бойынша жетілдіріп келіп отырсыз ғой. Сән деу бойынша. В России вы учились, да? А, да. Я отучилась в России у Сердара Камбарова. Вот это мой второй диплом уже. А, вообще я работала юристом 6 лет. Я хотела сказать то, что потом поменяла профессию, пошла учиться здесь, в Казахстане. Получила сертификат, мне очень это понравилось, я себя нашла в этом. Да, то есть я 6 лет отдала госслужбе, ушла с легкостью вообще, это буквально 24 декабря. Отучилась здесь, получила сертификат. Потом получила сертификат вот в Башкирии, ну, в России, в Уфе, тоже у топового мейкапера. Алина вот у меня была моделью два раза,
Мы с ней снимали видео. Сотрудничаете? Да, мы сотрудничаем. Я открыла свою студию в центре города и сейчас занимаюсь этим. Мне очень это сильно нравится. И считаю то, что нужно заниматься вот тем, что нравится. Если я попробовала, оказывается, это мое и всегда было моим. Угу. Вот так вот. А ну, почему решили иметь профессию? Вот мне многие, кстати, спрашивают, почему вообще, да, ты пошла визажистом. Да, я сама, в принципе, всегда в фотосетах участвую, тоже моделью являюсь, как бы меня часто приглашают уже куда-то, ну, обычно. И поэтому мне вот эта бьюти-индустрия, она мне ближе, чем юриспруденция. Юриспруденция — это тоже творческая работа, но я, это не мое творчество, мне больше нравится вот. Именно быть визажистом. Но в форме в Инстаграм, если выложить, тоже можно красиво как-то. Да, что именно? Фотография. Ну да. И вот я сейчас тоже веду две страницы, свою личную раскручиваю, тоже хочу ее раскрутить. Также свою студию, как бы. И ну, вот обучение в России, в принципе, мне очень понравилось. Там немного другое направление дают. Там более действительно те тренды, которые к нам придут. Вот именно их технику коммерческую я выучила там, которая продается здесь, к примеру, для клиентов. Угу. Поэтому не жалею то, что в апреле планирую в Москву поехать учиться. Білімімізді әрі қарай жетілдіріп, болашақта нағыз хас маман болатыныңызға сенеміз. Первый человек в мире Криштиану Роналду, да, который в Инстаграме 150 миллион подписчиков набрал. У вас в данный момент сколько подписчиков? 50 тысяч и 700. 50 тысяч и 700. Это у нас Кустанай, да? Конечно. Но у меня в основном подписчики с разных городов. Угу. Ну, допустим, у меня в основном с Алматы. Ну, Кустанай тоже есть, конечно. Даже есть Бишкек. Что, специализируете, да, аудиторию? Мужчины, женщины, какой возраст? В основном мужчины где-то от 20 и до 30, да. А девушки в основном, ну, от 17 лет, 15 лет и выше, как бы, вот. Ну, больше, конечно, мужской аудитории, чем женской. Ну, слушай, Криштиану все-таки полегче чуть-чуть, он мировая знаменитость, ему попроще набрать то количество подписчиков. А для Кустанай 50 тысяч, да, это все-таки весомая цифра. Арине, дұрыс айтасың, енді бұл жерде Кустанай шағын қала болғандықтан да, ондай көп достар жинау оңай емес, дегенмен де біздің бүгінгі студия қонақтары дәл осындай жетістікке жеткен арыларымыз. Вот, скажем так, когда вы выкладываете фотографию, вы уже заранее знаете, что она приобретет, ну, необходимое количество лайков, то есть она будет в топе, вы уже примерно рассчитываете, это наберет там 50 тысяч, это 30, а вот тут как-то цвета не хватает, не так я чуть-чуть вышла, это будет поменьше. Ну, как сказать, 50-30 тысяч у меня еще не было, но думаю, грубо что говоря, в дальнейшем будет. Ну, как сказать, я смотрю, да, конечно. То есть успех сразу чувствуете? Да, я чувствую, когда очень качественные фотографии, я думаю, если я ее выложу, то, конечно, уже будет прям много лайков. Ну, допустим, я прям, ну, это чувствую. Я даже знаю, когда выкладывать время, когда люди приходят с работы, когда они в основном лайкают, смотрят. Вот, когда ориентирую, в общем. Студийные Всё. Фотосессии, какие-то прогулки, что больше манит людей? Студийные фотосессии в основном. Когда всё красиво, да, с работой визажиста, да? Да, когда есть образ. Под ключ всё, что называется. А что посоветуете инстаграмщицам? Да. Ну, в основном я советую как бы следить за собой, уход за собой, это самое главное, конечно. Ну, как бы делать красивые фотографии. Это тоже как бы манит людей, подписчиков. Им нравится следить, они берут пример с девушек красивых, которые следят за собой. Допустим, я тоже подписываюсь на моделей, смотрю их, и я, наоборот, как бы им завидую белой завистью. То есть я беру с них пример. Мне нравится их смотреть и смотреть за пример. Какие-то мировые, да, знаменитости? Мне нравится Мелисон. Она очень шикарная, я так думаю, что... И она очень красиво следит за собой, за своей фигурой, за своей внешностью. И я беру с нее пример. А у вас есть кумир, кроме вот Мелис? Ну, прям вот кумир, если честно, нету. Рошан? Ну, у меня кумир, конечно, как у визажиста, это Гуара Витисян. Мне очень нравится. К ней на обучение, в принципе, я и собираюсь поехать. Мне нравится то, что она делает, что она из себя сделала. Мне нравится, куда движется она сейчас, вот, то есть даже в плане веса, да, она была же полная. Сейчас она худеет, сидит на правильном питании. И мне нравится то, что она подает это в Инстаграм.
Потому что вот как раз вы Криштиану Роналду вспомнили, я тоже хотела сказать, то, что ну, очень важно спортом заниматься, читать книги, вставать рано. Вот, то есть я, например, 5 раз в неделю хожу в тренажерку. Ну, у меня тренажерка, бассейн, стретчинг, это тоже очень важно. Мейкап, конечно. А как успеваете? Мейкапом. Ну, я успеваю, потому что сейчас я работаю на себя, я всегда хотела уйти с госслужбы, поэтому, чтобы ходить, успевать заниматься спортом. Вот у меня стретчинг, тренажерка, бассейн, вот, то есть 5 раз в неделю, как бы, мне на самом деле 29 лет, мне в основном дают 23-24, но вот именно спорт, я считаю, помогает сохранять свой вид таким молодым, обязательно нужно заниматься спортом, читать, развиваться духовно, обязательно. Вы себя как поддерживаете? Знаете, у меня в основном природа фигура. Но, конечно... То есть никаких секретов? Просто я ем, я ем все подряд. Сейчас половина аудитории нашей ушли. Ну, я, конечно, тоже очень хочу ходить в тренажерный зал. Я думаю, что скоро я пойду. Потому что все равно, я так думаю, надо поддерживать свою фигуру. Девушки, вы успешны, во-первых, потому что вы умеете красиво себя подавать, не так ли? Вот иногда смотришь Инстаграм, вроде красивая девушка тоже за собой следит и спортом занимается, но у нее там 117 подписчиков, и то они постоянно падают, 110, 117, 110. Я не знаю, как исправить эту ситуацию, потому что ну как-то не цепляется аудитория. Нет в ней что-то такого, не той самой изюминки, за которой хотелось бы идти. Как вы думаете, что у вас есть особенного, почему подписываются, почему следят, смотрят и любят? Ну, я считаю, что я женственная. Как-то я так пришла к выводу, что именно мужчины, женщины, ну, во мне женственность. Я не считаю себя красавицей какой-то, ну, женственность присутствует. Ваша оценка? То же самое, что и я. Я не считаю как бы себя самой красивой в мире, но в то же время я слежу за собой. В первую очередь нужно любить себя. Если ты не будешь любить себя, то тебя никто не полюбит. Ең бірінші өз-өзін жақсы көру керек дейді аруларымыз. Сонда ғана өзгелер құрметтейтін болады. Иә, ең бірінші адам өз-өзін құрметтей білу керек. Өз-өзіңді құрметтейтіндей дәрежеге жету керек. Сонда ғана өзгелер тарапынан дәл сондай ыстық ықыласқа ие боласыз. Ардақты телекөрермендер, бүгін мінекей аруларымызбен дәл осы тақырыпта сұхбат болуда. Ары қарай жалғасақ. Давай сначала посмотрим все-таки рубрику интересную. Режиссеры подсказывают, что необходимо это сделать. Пора. Зрители уже заскучали чуть-чуть. После чего продолжим. Оставайтесь на телеканале Костанай. Бізбен бір болыңыздар. Доброе утро! В мире есть много удивительных длинных рек, но какая из них является самой длинной? Сегодня мы об этом узнаем. Мы представляем вам топ-5 самых длинных рек мира. Нашу пятерку открывает река Енисей. Ее длина составляет 5539 километров. Енисей название происходит от ивинского Ионисей – большая вода. Сибиряки ласково называют ее Енисей-батюшка. Впадает в Карское море. Место слияния Большого и Малого Енисея в городе Кызыл является географическим центром Азии. Непродуманное строительство гидроэлектростанции на реке горно-химического комбината в Красноярске привели к изменению климата и другим серьезным экологическим представлениям этой зоне. На 4-м месте река Миссисипи. Ее длина 6275 километров. Берет начало в озере Итака в штате Миннесота. Впадает в Мексиканский залив, разделяется на верх и нижнюю Миссисипи. Самый полноводный приток река Огайо. Самый длинный приток река Миссури. Знаменита построенными через нее грандиозными мостами, явилась источником вдохновения многих писателей и музыкантов, таких как Твен, Фолкнер, Кэш. 3-е место – река Янцзы, 6300 километров. Самая длинная и многоводная река Евразии, колыбель китайской цивилизации и главная водная магистраль этой страны. В реке водятся 2 вымирающих вида животных – китайский аллигатор и китайский веслонос. 16 июля 1966 года великий Мао совершил заплыв по реке на 15 километров за 65 минут, что произвело неизгладимое впечатление на местных жителей и послужило сигналом к началу культурной революции. 2-е место – река Нил, 6852 километра. Священная река, которой поклонялись египтяне, греки, римляне и многие африканские народы. В ее честь построен храм в Нилополисе и устраивается праздник Ниало. Берет начало на восточно-африканском плоскогорье и впадает в Среднеземное море. Играет огромную роль в развитии земледелия окрестных земель. Круизы по Нилу – весьма популярный туристический маршрут. И на 1-м месте – река Амазонка.
Ее длина составляет 6992 километра. Самая длинная река в мире образуется слиянием рек Мариньон и Укаяли, протекает по территориям Бразилии, Боливии, Перу, Эквадор, Колумбии. Впадает в Атлантический океан. На глубине 4000 километров под ней протекает однонаправленная подземная река Хамза. В 2011 году признана одним из природных чудес света. Питает экосистему Амазонской сельвы. Также считается самой опасной рекой в мире. Но все же это величайшая река. На этом все. Всем хорошего настроения. Ардақты телекөрермендер, Тобыл таңы бағдарламасы өз шығарылымын ары қарай жалғайды. Сонымен студия қонақтарымен сұхбатымызды жалғасақ. Девушки, чем себя занимаете в свободное время? Какие интересы есть? В свободное время я вот читаю, хожу в тренажерку, занимаюсь спортом. Что читаете? Какие книги? Читаю книги. Я недавно прочитала «Магию утра». Советую всем почитать. Для тех, кто хочет правильно распланировать вообще все свои части жизни, стать успешным, она поможет. Очень многих успешных людей, у которых я спрашиваю, всегда спрашиваю топ-5 книг, которые люди читают, потому что это определяет человека. В принципе, эту книгу мне успешный человек очень посоветовал, я ее прочитала. Сейчас я заказала вот себе книгу «Сила воли. Как развить и укрепить». Сейчас ее читаю. Тоже я люблю психологию, но могу детективы какие-то читать. Ну вот «Сила воли» тоже мне нравится. Там о том, как свою силу воли натренировать, что это как мышца, что ее надо тренировать, и как ее можно натренировать, чтобы иметь ее в течение дня при каких-то решениях. А вот чем так привлекает психология? То есть лучше понять себя или наоборот собеседника, уметь раскрыть? Как-то просчитать шаги дальнейшие. Чем она помогает? Просчитать шаги, наверное, дальнейшие, да. Просчитать шаги и быть более успешным, наверное, развиваться как-то вот. Верить больше в себя. Как-то мотивируют меня эти книги. В принципе, я очень много читаю книг всегда, вот в поездках где-то всегда. Ну, могу и детективы. Вот Агата Кристи для себя открыла я в прошлом году. Мне тоже нравится. Там могу и Шантарам почитать, как бы читаю все, но психология больше привлекает. Алина, что вы читаете? Чем можете похвастаться? Я в основном люблю Паула Коэльо. Считаю, он просто, ну его книги это, не знаю, я прям, не знаю даже как это выразить, но я люблю его. Они вдохновляют. Вдохновляют, да. Интересно читать. Так я в основном езжу на съемки, у меня в основном по рекламе. Да и так, сама люблю заниматься, где-то придумать образы для фотосессии. Вот. В основном у меня дети дома, племяшки, я в основном за ними смотрю. У меня сейчас сноха, к сожалению, в больнице находится. У нее была операция на руку. И в основном я сейчас как мама вторая. Вот. Ну, готовитесь репетиции у вас сейчас. Да. Все правильно. Вот. Вы сказали, что придумываете образы. То есть вам нравится быть не только в качестве модели, но и в какой-то степени художника, создателя, творца, в конце концов? Я люблю тоже красить. Да. Девушек люблю красить. Ага. А на съемку часто сами больше краситесь или как? Ну, визажист все-таки, доверяетесь? Я как бы, да, доверяю. Есть в основном вот Равшан. Я люблю, как бы, чтобы она меня красила. Я люблю Зарина. Может быть, Зарину знаете, в Кустанае у нас тоже очень хороший визажист. Также, ну, если у них нет времени, конечно, я сама могу себя накрасить. В каких образах любите работать? Что там такое? Ну, из мира фантастики. Ну, бывают же такие тематические или более к жизни подходящие? Ну, знаете, я люблю какое-то такое необычное что-то. Очень такое красивое. Я, ну, в основном люблю природу. Летом я очень люблю фотографироваться где-то в аллее, в парке. Ну, такое что-то более нежное. Также люблю, да, что-то и более из фантастики. Какие съемки такое больше всего запомнились на сегодняшний день? И в каком образе хотели бы поработать? Я была в более таком дерзком образе. Это первая была моя такая фотосессия. Потому что не свойственно вам? Вы в жизни более нежные, поэтому хотелось как-то перевоплотиться? Да, или да. Почему? Ну, решила попробовать себя в другом образе. Ну, посмотреть, как это вообще будет выглядеть. Как бы, ну, для людей, для некоторых это дико. Кто-то смотрит, что это, ну, перебор. Как бы моя мама относится к этому очень, ну, адекватно. Потому что она думает, как бы я развиваюсь, как бы я молодая девушка. Как бы в этом нет ничего такого. Ищете вот себя? Да.
Я люблю фотографироваться по-разному. Разного с клиентками опыта. Часто вам приходится спорить, где-то доказывать. Бывают же такие, которые приносят фотографию голливудской, да. Сделайте так же. А вы же понимаете, что девушке подходит немножечко другой вопрос. Да, вот да. Насколько приходится убеждать как-то, говорить, не стоит, давайте по-другому. Да, ну визажист, вот он тоже психолог, он должен как бы так грамотно преподнести, что а давайте вот так вот попробуем. Вот это кажется, вот вы всегда так, а вот это кажется тоже будет классно для вас. И, в принципе, это удается. Да, нужно аккуратно, да. И не обидев, и предложить какую-то альтернативу, вкусную, такую красивую, да, необычную. А вообще, самые такие благодарные клиенты – это уже в возрасте, потому что если их классно накрасишь, там, мамы женихов, там, да, у меня были, они вообще довольны, они многие не красятся же обычно, потом видят себя, и как бы им очень нравится, когда образ меняешь. А с моделями вообще легко работать. Вот Алину, например, я два раза красила. Когда модель, конечно, ты зовешь к себе, с ними проще, они сидят, они знают, что от них требуется делать, там как бы спокойно. А если просто кого-то зовешь так вот из Инстаграма, то уже намного сложнее красить человека. Модели проще всегда красить. Они знают, что нужно делать. Сидят и глазом не моргнут, как бы. Профессионал. Да, профессионал. Какое решение вы можете предложить для девушек, которым до 40 и после 40? Два варианта. До 40 и после. Ну, в принципе, считаю, что уход вот каждодневный, наверное, должен быть люксовым, наверное. Потому что в люксовой косметике более уходовые компоненты, наверное, лучше люксом пользоваться для себя. Вот. В принципе, за кожей ухаживает лучше систематически, как бы не так, что все уже у тебя морщины, и ты побежала там что-то колоть, это тоже это все же внутри, вот это в коже. Если что-то люди колят, например, это все поверхностно, а нужно систематически ухаживать, тогда, в принципе, кожа надолго моложе. Никакая декоративная косметика не поможет, если нет системы, да? Да, если тональные, например, я вот больше для себя люксовые больше предпочитаю, потому что они более с уходом идут, чем профессиональная косметика. Вот. Ну и, в принципе, я в баню, например, еще каждую неделю хожу. Мне кажется, это тоже прям хорошо помогает. Весь вот такой негатив убирать, это тоже плюс. Я как бы поддерживаю, всегда в баню хожу. О Инстаграме. Вот психологи считают, что Инстаграм – это болезнь 21 века. Ваше мнение? Если честно, это так. Потому что есть люди, которые каждый день должен селфи, вот такие фотографии выкладывают в интернет. Тоже психологи считают, что это ненормально. Как вы считаете? Ну, для них, да, я считаю, что это ненормально, но как бы у нас сейчас 21 век, и сейчас все живут в Инстаграме, я так считаю. Все певцы, все рэперы, там, не знаю, они, да, в основном все живут Инстаграмом. Как бы, ну, я прям Инстаграмом не живу, но мне просто нравится развиваться, нравится как бы фотографироваться, поэтому я сейчас тоже в основном в Инстаграме, как бы. Люди на этом тоже зарабатывают деньги. Можно, да, я скажу, хорошо. Просто я извиняюсь, пожалуйста. Вот, да, может, психологи так считают, но на самом деле, вот, Инстаграм, если это ничто не приносит, но если ты зарабатываешь на этом, тогда это уже другой вопрос. Просто Инстаграм – это же платформа, где люди миллионы реально зарабатывают денег. И то есть можно заработать на рекламе. Я, например, я вообще ничего не ищу в Гугле, я только Инстаграм. Вот мне что-то нужна какая-то услуга, сразу Инстаграм. Поэтому для кого как. То есть, может, это болезнь, но и хотят заразиться, ее не боятся. Если понимаешь? Зарабатывать в Инстаграме, то это классно. Можно, да, в Инстаграме уже все можно найти. И заработать деньги. Да, и заработать. Вот Алине, например, можно. Зарабатывать. Аккаунты каких людей вы считаете лучшими на сегодняшний день в любой сфере? Аккаунты. Ну, я также говорила про Мелисон. Мне нравится. То, что вам в первую очередь интересно вот сфера, да, деятельности. Да. Мне нравится Селена Гомес, певица. На второе место, кстати, да, по-моему. Да, она прям очень красивая. Потом, кто мне еще нравится? На сегодняшний день, ну, вроде как бы все. В основном вот Селена Гомес и Мэлис. Парней вообще не рассматриваете, да? Парней мало, что вот так вот я следила за кем-то, прям вот. Ну, интересно, когда кто-то вылазит, и я так захожу, смотрю, что интересного есть, как бы, вот. Вы? Я, в принципе, я в основном за визажистами, моделями слежу или какими-то спортсменами. Вот, в принципе, у меня нет прям кумиров, и никогда не было. Я просто эстетически от чего удовольствие получаю зрительное, на тех и подписана.
выходы. Не могу прям конкретно кого-то сказать. Может быть, есть какие-то часто посещаемые группы, там, КВНчиков любят многие смотреть, заходить. У меня в основном новости. Только бьюти-индустрия и модели, вот такие вот именно, и все, в принципе. Тоже аналогичная ситуация. Да, у меня тоже нет любимых кумиров в основном. Ну, я сказала тех, кто действительно мне нравится, за кем я люблю смотреть. Через год как видите свой аккаунт? Что необходимо изменить, привнести, может быть, нового, интересного? Ну, я думаю, что через год более как-то его расширить, более что-то интересного добавить. Допустим, вот я хочу заняться макияжем, я хочу снимать макияж, хочу искать моделей, ну, снимать. Также я думала о Ютубе, о канале своем сделать. Немножко другая создать. Уже платформа. Да, вот. Ну, пока что как бы так. Ну, буду пока идти по таким шагам, которым я сейчас иду, которые у меня сейчас есть. Ну, вот эти относительно новые функции, сторис, прямые эфиры, которые тоже, ну, постепенно начинают принимать обороты, все-таки не все пока используют. А насколько часто вы пользуетесь? А, прямые эфиры. Каждый день, абсолютно. Нет, я, конечно, не прям каждый день, но в основном да. Ну, так думаю, раза 4 в неделю я точно снимаю, 5. Ну, каким образом это происходит? Вы выходите в прямой эфир, меня... вам задают вопросы, вы просто на них отвечаете, либо вы выбираете сами тему, которую хотите раскрыть в процессе диалога? В основном я отвечаю на те вопросы, которым людям интересно. Но иногда мне не нравится отвечать на те вопросы, которые, ну, просто... Это... Мне стыдно даже на такие вопросы отвечать, потому что люди не думают, что они говорят. Как бы для меня это неприятно, поэтому я просто игнорирую таких. Вы считаете себя блогером? Сложный вопрос. Ну, как сказать, где-то и да, где-то и нет. Ну, у нас есть, конечно, в Кустанае блогеры прям, девушки, блогерши, которые прям вот развиваются. Ну, я тоже заходила к ним на страницу, ну, как бы следила за ними. Ну, у нас как бы все по-своему хороши. Я не могу сказать, что я лучше в Кустанае с блогерша. Как бы, ну, я считаю себя блогершей, где-то и нет. Блогеры, они, наверное, стремятся получить обширную аудиторию, неважно как, да? То есть любая тема готовы открывать, снимать, показывать. А у вас все-таки есть заточенная тема, на которую вы стремитесь? У меня в основном сейчас очень мало времени про то, чтобы писать очень большие посты. Когда у меня есть свободное время, когда мне нечем себя занять, я могу написать. Когда девочки просят написать макияж про... Ой, написать пост про макияж, я могу написать, чем я пользуюсь там. Для девочек это интересно. Также про моду, чтобы в основном я ношу, что я люблю. Как бы девочки тоже спрашивают. Вот. Кстати, насчет написать. Вы любите писать, любите читать, и вам есть о чем сказать зрителю. Не хотите книгу о красоте, о мейкапе? Книгу нет. Почему? Мне достаточно пока того, что сейчас я делаю. Это совсем дальновидные цели. Еще, в перспективе? Да, в перспективе. Не настолько амбициозно, хотя мне, я часто слышу, что Рушан, у тебя такие амбиции, но это слишком амбициозно для меня. Ну, а самая большая мечта есть? Да, много их. Ну, это этим как бы я не делюсь. А вы? Я тоже не делюсь. Ну, автографами придется поделиться, да, Бабушин? Арине. Сонымен ардақты телекөрермендер, бүгінгі сұхбатымызды да қорытындыласақ, арналарымыз таңғы тілегін айтса, барша көрермендерге деген. Ваши утренние пожелания, пожалуйста, нашим зрителям. Кто начнет? Ну, давайте я начну. Поздравляю наших кустанайцев с Новым годом. Желаю всем счастья, здоровья, и чтобы ваши цели все сбывались, которые вы загадали. Спасибо. Поздравляю всех с Новым годом, всех кустанайцев и казахстанцев. Желаю вам развиваться, выйти из зоны комфорта, не бояться делать то, что любите. Хоть вам 20 или 40, неважно, всегда нужно делать то, что хочется. Желаю вам всем здоровья, благополучия в семьях, чтобы все исполнялось то, что вы желаете к себе. Рахмет. Спасибо. Сіздерге де шығармашылық табыс тілейміз. Ғаламторда арашанда жұлдыздарыңыз жана берсін, ал жеке кәсіптеріңіз арашанда алға баса берсін. Спасибо, что сегодня были вместе с нами. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Ардақты телекөрермендер, Тобыл таңы бағдарламасы бүгін мінекей арнайы аруларымызге өз пікірін ортаға салуда. Ал біз бірер сәттен кейін студияның кезекті қонағымен таныстыратын боламыз. Арнамыздан алшақтамаңыздар. Оставайтесь на телеканале Костанай.
қайды жайғанда таңда әуінді келіп жақында жаңа өнім таяпты өлеңім ойатты дедіңді қозғада қимылдат аяқты жағылған оттарай шашылған шоқтарай алаулаған алаңға керенді тоқтамай Ардақта телекөрмендер тобылтаңа бағдарламасы өз шығарылымын әрі қарай жалғайды. Сонымен студиямыздың кезекті құрметті қонағымен таныстырсақ, Оразбек ғалым, қош келіпсіз. Добро пожаловать в нашу студию. Ну, традиционный вопрос пока, да? Старый Новый год не прошел, 14 число. Угу. Виновница елка в нашей студии. Как встретили Новый год? Наступившим вас, да, во-первых. Да, уже наступившим. Жаңа жылдарыңызбен. Сізді жаңа жылыңызбен құттықтаймыз. Ага. Осы доңыз жылына не күтесіз саға? Жалпы ескі жыл жақсы жыл болды. Өзім үшін, жалпы. Шығармашылық үшін қалай болды? Жаңа пәтерге қол жеткіздік. Ой, керемет. Қолыңыз құтты болсын. Туған жерім қасиетті Торғай өңірінің 90 жылдығына барып қайттым. 16 жыл болыпты бармағаныма. Үлкен әсер алып, достарыммен кездесіп, концертке қатысып, солай туған жердің топырағына. Тарихи оқиғалардың куәсі болдық. Куәсі болдық, иә. Енді жаңа жылдан Алла біледі алдағыны. Иә, ескі жыл естіркесін, жаңа жыл жарылқасын. Жалпы алдағыны Алла біледі біріншіден, сосын жақсылық күтеміз. Жалпы адам баласы көзқарасы да өзінің жаңағы ниетімен де, ойымен де тек жақсылыққа ғана бет бұру керек қой, жақсылықты күту керек. Жақсылық туралы ойлау керек деп өзім ойлаймын. Сондықтан Алла тағала айтады ғой, ниетіңе қарай беремін деп. Сондықтан ниетіміз сол алдағы жылдан жақсылық күту. Енді шығармашылық дегенде өзің жақсы білесің, мен енді жалпы мамандығым шофер. Әлгі бір ағамыз айтып... Еліше өнер кенші дейді ғой. Жалпы бір ағамыз айтып кетейін, шофер деген мамандық бол деп. Жоқ, жалпы ол жақсы мамандық. Кезінде соған
кезде біз жауапкершілік болатын, оған дайындалып оқитын біз, экзамен тапсыратын біз, сондай бір қасыңда адамдардың амандығын сақтап жүру бәрі өзің қолында болған екен, ол өте жақсы мамандықтың есі деп айтайым. Сондықтан екіншіден енді сол өнерді қоса алып жүрдім бала кезімнен. Осы өзің шет жағасын білесің. Жалпы концерттерде ертеректен қатысып жүрдім. Той жүргізу өнерім бар болды. Бірге сол алып жүрдім кезінде. Жалпы мынау кейбіреу айтып отырады ғой енді. Талантың бар екен, оқымай қалыпсың ғой енді. Оқығанда сондай болатын едің ғой, сондай болатын едің ғой. Бірақ мен өзім Аллаға тәубе деймін. Өкінбейсің? Өкінбеймін ешқандай. Өйткені маңдайыма жазған сол осы болған шығар, сондықтан шүкіршілік етемін. Өйткені өздерің сияқты жақсы-жақсы мынау рухани бағдарламаларға, концерттерге шақырылып атады. Барып та, куә болып та жүрмін. Өткенде айтып отырмын ғой, туған жерім Торғайға барып үлкен қарындастарым шақырды, інілерім, ағаларым осылай ішінде бол деп. Соған барып қайдым, сосын осындағы осы Қостанайдағы жақсы-жақсы іс-шараларға шақырады, қатысам. Сондықтан мен үшін ол үлкен жетістік, бақыт деп өзім ойлаймын. Сосын өзім айтып жүрмін ғой, мысалы мен өте машалла енді бақытты адаммын деп өзім сезінемін. Өйткені мынау сағындым Алматымды білесің ғой. Музарт қылған. Анау Алматы қаласының кезінде небір қазақтың азаматша түлеп ұшқан Алматының гимнін атанған сағындым Алматының авторы Серікбай Оспанов ағамыз туған топырақта дүниеге келген. Сол жерде, сол бір кішкентай ауылда. Одан бері қарай өзіміздің арқалы ақын ағамыз Ғафу ағамыздың балалық шағы өткен ауылда балалық шағым өтті. Одан бертін келе ұстазым да қасында жүріп дәріс алып бірге жүрген Қонысбай әбіліп қалған ақын ағамызбен сол кісі жаңағы асаба деген кезінде сондай қос алып жүрдім дедім ғой, сол асабалықты сол кісі жолға салып жүрді. Сондай жаман болған жоғым, мен деген ел азаматтары, ел ағаларының сондай тойларын жүргіздім. Болғанда өте өзім мақтан тұтамын, қуанамын. Домбыра мен баянды жаныңызға серік еттіңіз. Жалпы бұл аспаптарды қалай үйреніп алдыңыз? Домбыраны енді кішкентай кезімде атам алдын алып отырып. Домбыра қанымызда бар енді қазақ. Алдын алып отырып бір екі әлгі Тәңірі берген мол давайды таңдан солай-солай үйренгені сол. Кішкентай кезімнен үйрендім. Бірінші сыныпқа барғанда мен домбыра тарттым. Кәдімгі толыққан тарттым. Сосын менің айта кетейін, әлгі айтады ғой, жігіттің қаны нағашысынан келеді да, сосын ұстазы мықты болу керек деп. Менің өзім сол мектепте алғашқы табалдырығын аттағаннан бастап, мектебімізде, қазір осы оқысы Қостанайда, ұстаз Бақытжан Қапанова деген апай болды. Сол кісі мені сол өнерге баулыды, жаман болған жоқ. Одан енді баянды әскерде жүрген кезде эстрадада ойнадым мен. Өзде жаңағы ән шырқадым, одан бердім келе. Әскерден келген кезде жаңағы гитарамен өлең айтсам, той томалақта көбісі ауыл жерден, Торғай жақты білесің ғой, мән бере бермейді. Баян мен ән айтса, жақсы қабылдап, қошемет дейді. Сосын енді ауылдағы... Сөйтіп баянға деген қызығушылық болды. Клубта баян бар, алдым, бір айда үйреніп шықтым. Енді әлгі кәсіби түрде немен ойнай алмаймын, бірақ тыңдай жақсы өзім тыңдап арқылы ойнаймын. Иә, қымбатты телекөрермендер, ел іші өнер кеніші Тобыл таңы бағдарламасының осы айдарының да мақсаты ел ішінде жүрген осындай өнерлі жандардың өнерін халыққа паш ету. Олай болса бүгін қонаққа де болсын, сізден тамаша әндеріңізді күтеміз. Жақсы. Мен жоғарыда сағындым Алматымды деп тілге тиек еттіңіз. Бұл әніңді шыққанына қателеспесем бір 45-46 жылдай болып қалды. Көп жылдар болды енді, оны былайша қазір бәрі орындап жүр ғой енді. Көзім өткенде бұрында да осы өзің барсың, оның алдында азаматтар шақырғанда жалпы ағаларымның енді сазгер ағаларымның әндерін айтып жүрмін ғой енді. Біраз енді жергілікті композиция. Иә, содан мынау жалпы енді мақтанғаным емес, көп ізденем. Енді өткен жас кезімнен бастап іздендім, сондай өзімнің 150-дей ән бар қоржында. Баян болсын, эстрадный жанр, домбырамен болсын, классика сондайлар өзім ұнаған әндерді жаттап сол өзімде халық болады. Енді жаңағыдай әлгі біреулер оқыған кісілер болса, ән жерін былай-былай деп айтып қалуы мүмкін, бірақ енді мен өзім әнді қалай тыңдаймын автордан, осы қабілетім соны солай орындаймын. Енді жаңа айттым ғой, мен өнерге сол
жол сілтеген қасында жүрдім мен оғыстың. Қалғақыны, Қазақстан қалғақыны, Қонсағайдың бір жақсы керемет әні бар. Ансауды. Содан орындап бастайын. Өйткені мынау. Сол кісіні өткенде Торғайдың 90 жылдығында бір енді ақау болды ма техникалық сол кісі ең бастап шығып бір толғауды айтқан кезде микрофон істемей дұрыс шықпағаннан кейін енді әркім пенде ғой. Сәл нәрседен нетеді сол кісіні шаршап қалған ба, дауыс шықпай қалған ба деп сондай бір әңгіме айтқасын көңілім шаң құлазды. Сондықтан енді ол кісі мен үшін әлі күнге дейін сондай дарынды кісі. Сондықтан сол кісінің осы әнін айтып берейін қабылға. Аязды түнде жамалып қыстың аққарын, жүрегімдегі сезімді жылы сақтадың. Қалды ғой алыс қайтейін, аққарымай таза алаңсыз балғын шақтарым. Қалды ғой алыс қайтейін, аққарымай таза алаңсыз балғын шақтарым. Күн менен айға жерден де жаса бері, наздану шедің ұйыққа басын сиеліп. Аңсаттау әбден қайтейін, алаңсыз шақтар түсіме менің жиеніп. Аңсаттау әбден қайтейін, алаңсыз шақтар түсіме менің жиеніп. Жақсы жандарды бәрінде дос деп таныдым. Жүрегім менің шырқатар кейде салып ән. Көп жылдар өтті көңілді бүгін шаң басты, аққарымай таза сезімдерімді сағындым. Көп жылдар өтті сезімді бүгін шаң басты, аққарымай таза сезімдерімді сағындым. Аққарымай таза сезімдерімді сағындым. Сонда да тамаша ән. Бұл ән ел ішінде кеңінен таралып жүректен жүрекке шыққан туындылардың бірі ғой. Сонда да осындай туындыларды бүгін ақтаңда көрерменге жолдағаның үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Ардақты телекөрермендер, қазақты қазір кезекті айдарымызға берейік, одан кейін сұхбатымызды әрі қарай жалғайтын боламыз. Доброе утро! С вами рубрика «Лайфхак». Мы приготовили для вас интересные советы по использованию фольги, ведь она существует не только для приготовления еды. И первое, с чего мы начнем, чтобы не чистить низ духовки после приготовления некоторых блюд, застелите его куском фольги, менять который будет можно по мере загрязнения. Если вы один из тех, кто не любит перезрелые бананы, то это трюк для вас. Оберните ножки банана фольгой или пищевой пленкой, вот и все, теперь бананы пролежат намного больше. Фольга также поможет сохранить свежесть сельдерея и салата. Чтобы кусочки пирога из песочного теста не пригорали, оберните форму фольгой, а полностью накрыть пирог можно в случае, если он не пропекся внутри, но низ уже начал пригорать. Если вам срочно нужна воронка, просто сверните ее из фольги. Все очень просто.
А еще ею можно чистить посуду вместо металлической губки. Чтобы контролировать добавление масла в приготовке, оберните горлышко бутылки фольгой и сделайте несколько маленьких отверстий с помощью вилки. Для любителей красивых фото у нас тоже есть совет. При помощи простого картона, фольги и скотча можно сделать отличный отражатель. Благодаря такому чудо-изобретению фото станут более светлыми, а лишние тени будут устранены. Вот такие вот лайфхаки, просто и полезно. Мы желаем вам отличного настроения и хорошего дня. Я был қымбатты телекөрермендер, лайфхак пайдалы пайым айдар болатын тұғын сұхбатымызды әрі қарай жалғасақ. Кезінде Қазақстан бойынша орындап жүрілген көптеген жағы ел аузында жүрген әндердің көпшілігі біздің жерімізден Тобыл-Торғай өңірінен шыққан әндер еді. Бүгінде қазіргі заманда біздің композиторлар ән жазбай кетті ме? Неліктен эстрада жұлдыздарының аузынан біздің өңірдің әндерін сирек естиміз? Енді олай әлгі музыкалық сыншы дейді ғой, біреулерге ұнамай да қалуы мүмкін, бірақ енді жаңағы осы журналистер қауым болсын, басқа да әлгі қоғамда қоғам қайраткерлері болсын, кісілердің бәрі айтып жатыр ғой енді. Қазіргі әнде сапа жоқ, сөздері қалай болса солай деп. Енді ол ақиқат, өйткені біреулерге олай айтсаң, аға ол қазіргі жазылып жатқан әндер заманауи дейді. Бірақ енді сол заманауи болғанда да жаңағы бір жеті нота бірдей екен, сол келе береді дейді де. Сосын жаңағыдай бір әндерден компьютерменен бір-екі нотаны етеді да, соған бір-екі сөз шығарып, соны ән қылып жазып шығарады. Сосын оны барады да, аранжировщик апарады, аранжировщик ақшасын берсе, ол жаңағы техниканың несімен өңдеп, сартылдатып береді, ақырын тыңдайды, секір билеуге қолайлы шығарады. Ал жаңағыдай, айналайындар, міне мынандай осындай мынандай Серікбай ағаның или Алтынбай ағаның или Қалибек ағаның бақшаны мынандай әндер бар десең, аға сізден соны тыңдайық, сіз білет дейді ғой деп келеді. Сосын баянмен ойнап отқан кезде, айтып отқан кезде тыңдап отырады да, а келесіз бар ма дейді. Келесі әнді тағы орындасаң, шамалы нелеу екен, көңілсіздеу екен дейді. Сосын айтамын, енді қандай ән керек саған? Міне менде бар осы, менің өзім ұнататын, айтатын, кезінде естігенім осы әндер, басқа менде әні жоқ деп. Сосын артынан сол жігітті былай көріп қалсам шығарады уже, ән шығарады. Сол кезде қарасаң жаңағыдай, арманым елес, келдім маған кеш, мезгілсіз емес, сондай соны шығады. Сол, бірақ сол жұлдыз болып сол шығады. А жаңағы менің берген екі жанымды айтасың ғой, не болды десің, аға оны аранжировщик что-то ұнатпады, сосын менде что-то қиындау болды ма, қоя қойдым дейді. Сол сияқты Алтынбай ағаны білесің, Алтынбай ағаға барғанда да бір өзі айтады, бір топ келді дейді, үш жігіт топ келді дейді. Сосын айтпаймын, мен мектеп көріп жатырмын, мынау әндерді міне қараңдар, осыдан ұнаған болса мен ештеңе сұрамаймын, алыңдар. Келсем дейді, үшеуі де отыр дейді, көздері бақырайды. Бір ән ұнамаған айт дейді, ағам мынаны бір түрлі бізге келмейді. Қалай келмейді? Значит, яғни қабылдамай тұр. Оларға жаңағыдай жеңіл, жаңағыдай сондай ән керек болды. Жеңіл билеуге икемді, бүгінде той әндері дейді ғой, жеңіл той әндері керек. Сосын баяғыдай сазгер сезіммен, жаңағыдай шын ынтасымен көзінің алдын жан дүниесін бірден өткізіп шығармайды көбісі. Қазір дүние соған кетіп жатыр, тапсырыс береді, жазады. Енді мен кінәлай алмаймын, өйткені бір кісілер айтады, анау сазгер анау ауданға барса, мына жерге барса, сол ауданның әнін айтады екен, соны шығарады екен дейді. Бірақ дұрыс, енді ол кісіні кінәлай алмаймын, өйткені сол жерге барғаннан кейін енді елдің азаматы болғаннан кейін, аға осы ауданның осындай бір жақсы үлкен жаңағыдай бір той келе жатыр, болмаса бір сондай атақты бір сондай бір жаңағыдай айтады ғой енді, іс шара болайын деп соған бір ән жаз десе, неге жазбас? Ол бәрі қазақтың жері ғой. А бірақ кейбір жерлерде сондай жаңағыдайға бет бұрып кете береді. Кезінде композиторлар қайтетін еді, бір тыңдарманды әншіні ұнатса, сол әншіге арнап ән жазатын еді. Сол әншінің орындауында осы әнді тыңдағым келеді деп. Ол жерде ақша жүрмеген жерде қанша дегенмен де рухани пәк дүние келетіні де мінекей рас қой. Дұрыс айтасың. Мысалы Шәмші ағамыз, Шәмші ағам Торғайға келгенде
Сәл Торғайды бүкіл өзін естіген шығарсың, бүкіл жерін аралатып келгенде жаңағы Торғайды білесің ғой, біздің Торғай. Көңілі, пейілі, кең, Амангел Торғайдың. Барсаң, бір сыры қойын сойып барса, бір балғын әке басып отырады. Сол қысқа сондай немен барғаннан кейін келгенде Шәмші ағамызға, аға, Торғайға бір ән жазбадыңыз ғой дегенде, жаздым деген ғой, дайын. Кім? Міне. Сөзін жазатын адам міне деп. Сөйтсе, Мұқтар ағамыз душқа кіріп кеткен. Енді самолетке бір азғантай уақыт қалған ғой. Сол кезде ана кісі шығып тұрады, не айқай төбелес жоқ деп енді әзіл деген сайт. Е, мынау азаматтар Торғай туралы бір ән жаз деп отыр деген. Ей, жазбайсың ба дегенде. Ей, мен ән жазып қойдым, сөзін жазатын сен душқа кіріп алған жоқсың ба деген. Мен сөзін мана осында кіргенде жазып қойдым деп. Әзіл деген ғой. Бірақ уже жаңағыдай сондай талант кісілер ғой, дарын кеп тұр. Екеуі жазғанда 10-ақ минут жазған ғой жаңағы арқалықтың ақтаң. Сонда сүйем, күйем, анау атын айтам маған, бүкіл жаңа біздің Торғай Амангелдің жалпы Торғай жерінің жаңағыдай сондай қонақ жайлығын, жаңағы сондай сый құрметіне әкелгенде арқалықтың ақтаң деп жаңағы ішінде бір апамыз енді ол кісі үлкен кісі шығар, сол комсомолдың комитетіне жіберген ғой, мына кісілердің жол көрсетесің, қасында боласың, қызмет жасайын деп. Сол кісі көрікті болса керек, сол кісінің тілге тиек етіп жаңағы арқалықтың ақтаңын жазған қандай керемет, оның ішінде жақсы ән мысалы. Сол сияқты енді мынау мысалы ғафу ағаммен дәмдес болуға маған бақыты бұйырды, жаңағы қоныс ағаймен бірге жүрген кезде. Мен ол кезде шофер болып істеймін сол кісіде. Сосын қоныс ағай айтты маған, осылай машинаны тазала, ғафу ағамды білесің? Иә, білемін. Торғайға апарып апарасың жанұясымен. 90-шы жылы ол кісіні мен 88-де көрдім. Сол кісінің алдында 60 жасында мен Торғайда алдында ән айттым. Именно сол кісінің шығарған әнін айттым, қазір айтып беремін. Сол кісі мен Торғайға апардым, сол кісімен мысалы дәмдес болдым. Енді кішкентай ғана кісі, иә, қасында апай болды, Бақыт деген ағамыз болды жаңағы камерасымен. Сол жаңағы соның алдында 88-де Торғайда жаңағы сол кісінің 60 жасы тойланған кезде маған жаңағы Торғай таңы деген әнді айту бақыты бұйырды. Сосын жас кезім ол кезде, сосын ғасырлар пернесіне жаңағы дайындап, сосын мені сол әнді айтқызған кезде жаңағы өзі костюм шалбарым шықты да келіп қолын алып бетінен сүйді. Мынандай өрендерім бар, мен неге жырланбасқа деп жаңа ғапу ағамыз. Сосын жаңағы енді концерт біткеннен кейін мені шақырды. Жаңағы сен айтқан ән, менің жаңа сөзім жазған сан. Сол әнді дейді бірінші текстінің жаңа мәтінін, енді алдында ана туралы жыр жазылды ғой, енді гимн деп атап жүрміз ғой, мысалы әлемнің жарығы. Соны жаздырдым дейді Шәмшіге, Шәмші екеуміз жаздық дейді. Содан тағы да жаңағы Торғай туралы жаңа мәтінін жаздым да Шәмшіге бардым дейді. Шәке, міне мен мынандай туған жеріме осындай бір рухты ән сөз жазып келдім, сен осыған бір ән шығарш деп. Соны Шәмші ағамыз марқұм оқып отырды да, қафа, мынау бір енді не екен, мен жаза алмайтын ау, мынаған мен жаза алмайтын шығармын. Е, қалай сен жаза алмайсың, сен мықты, сен сазгерсің ғой дегенде айтты. Әй, ғафа, өзің аузыңнан естідім ғафа, бәрің де бүкіл қазақ менен Шәмші, Шәмші деп бәрін мені нетіп қолпаштай берді, бірақ менен де мықты сазгер бар, білесің бе деп. Білмейді екенмін. Әбілақат депті, соған апарып көрші. Сосын жарайды дедім, Әбілақатқа келіп бергенде. Сол кісі Әбілақат әнін жазған, Әбілақат ағамыз Торғай таңындай ән, өткенде 90 жылдықта орындадым. Сондай бұл әннің тарихы. Енді сол әннің өзін естісек, орындап берейін. Бұл әнді көбіне кейін кезде, бұл ертеректе сол 88 жылы мен орындадым. Сосын мынау Торғайда бір Серікбай деген ағамыз сол кісі орындап жүрді, содан кейін көп орындалмай кетті бұл ән. Бірақ керемет. Жаттаны торғай.
жасап, жатқаны торғай. Арқада арқалық тайқалы сәлі, алқадай аумағыңа жарасады. Мүлдіреп таң шолпаны атқан шақта, өлкемнің көрінгендей болашақ. Ер торғай, ер күн торғай, көркемі торғай, қадырлы қасиетті өлкем торғай, арқада әсем атқан ақтағы торғай, тарихын қайта жасап жаттаны торғай. Ер торғай, ер күн торғай, көркем торғай, қадірлі қасиетті өлкем торғай, арқада әсем атқан ақтағы торғай, тарихын қайта жасап жатқан торғай. Иә, бұл ескі әндердің бүгін бір жаңғыруы болған іспетті. Сонда да көптен бері тыңдалмаған туындылардың бүгін жаңғырады, эфирде орындалып жатқанның өзі жүрекке бір қуаныш жөнелтеді. Осындай әндерімізді ұмыттырмай ұрпақтан ұрпаққа сабақтастырып жеткізіп келатқаның үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Енді эфирдің тамамдалуына әлі бірнеше минут уақытымыз бар. Енді қазақ айтады ғой, домбыра тұрса домбыра ойнау керек дейді. Олай болса енді бүгін сіздің сегіз қырлы бір сырлы екеніңізді тағы да бір халыққа паш етіп көрсетіп, домбыраның да құлағын оң бұрап тамаша туындылардан орындап берсеңіз. Жағы ескі әндер деп жатсың ғой, әніңде Абай атамыз айтқандай естісі бар, құлаққа жағымды жағымсыз бар дейді. Сондықтан өткенде Нұрлан ағамыз бен Өнербаев ескендір ағамыздың анау туған жер деген әнін орындағанда жыладым. Айналдым елім, қандай керемет әндер. Енді уақыт болса мен Қонсағайдан Торғайдан келем дедім, орындап берейін. Әрине, тыңдалға біздер әзірміз. Ертеректе 90 жылдары, 90 жылдары Торғай Амангел жағы шамалы күйзе білесің ғой, бала болсаңда күйзе өзгі шырап, су тасылмай, дала құлазып, ауыл аймақ қирап, жұрттың бәрі жан жаққа көшкен кезде Қонсағайдың қасына бір топ ақын жолдастар еріп Торғайға барады ғой. Баратқан кезде оң жағына қарай жар көлі тартылған, жағына қараса үйлер қираған, баяғы күйігі жоқ, аққу жоқ, су тартылған, енді қопаның бәрі өртенген. Құлазып барады, барғаннан кейін Торғайдың халқы, мана өзім айтып кеттім ғой, қарсы алады, қойын сойып, балығын салып, қымызын беріп қайтып келатқанда шамалы көңілдері түсіп қайтады ғой. Сосын бір кісі айтады, Қонсай, көрдің ғой, сен ақынсың ғой, осыған бірдеме деш деп. Сонда туған екен осы жер. Соны айтып берейін. Бірақ енді өткенде барып қайтқанда айттым ғой, машаллах, бәрі орнына келген, көлде аққу жүр, қопа орнында, өзен су тасыған, балығы ойнақтап жатыр. Еліміздің тәуелсіздігінің арқасы, бұның барлығы да елбасының берік саясаты, және де еліміздің осындай әлемдік аренада алатын, тәуелсіз ел есебінде алатын орнының ықпалы деп ойлаймын. Сондықтан да еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, осындай тамаша туындылар көп болсын. Тобыл Торғай өңіріндегі азаматтарға, халқыма бір арнауым болсын, жаңа жылы шашу болсын, айтып өтемін. Жиелеп алған деміңді, жол соқты жансың тегіндей, жөніңді айтшы жарқыным, Торғайдан келем дедің бе? Жөніңді айтшау жарқыным, Торғайдан келем дедің бе? Қайранда елім ар мекен, не сәлем айтып қалды екен? Жолаушым көзің салдың ба, жар көлде аққу бар мекен? Жолаушым көзің салдың ба, жар көлде аққу бар мекен? Қоғасын самал жықпайды,
ай, адамнан қосын ақпайдай, мәмбердің бекен сол маңнан мұлтықтың даусы шықпайдай. Мәмбердің бекен сол маңнан мұлтықтың даусы шықпайдай. Отырған жолдың үстінде қонақ бұл үйге түстің бе, маңызды майдың қымызын мұртыңды малып іштің бе. Маңызды майдың қымызын мұртыңды малып іштің бе. Үйесі балап құрбың ай, атпасын саған бұрдым ай, тыңдамай айтқан уәжіңді төктісін алып ұрдым ай. Тыңдамай айтқан уәжіңді төктісін алып ұрдым ай. Соңнан атпен ердім ей, қол бұлғап біраз желдім ей, ашыларсың деп асықпай балығын салып бердім ей. Ашыларсың деп асықпай балығын салып бердім ей. Ауылда жеңге ағамның сәлемін әкеп жарадың, сағыныш бекен сыздатқан ысып бір кеттау жанарым. Сағыныш бекен сыздатқан ысып бір кеттау жанарым. Келтірмей жолдың ыңғайын, қиналдым қайтып сынбайын, қонақ боп жатшы үйімде әңгімеңді айтшау тыңдайын. Қонақ боп жатшы үйімде әңгімеңді айтшай тыңдайын. Жиелеп алған деміңді жол соқты жансың тегіндей, жөніңді айтшау жарқыным торғайдан келем дедің бе. Жөніңді айтшау жарқыным торғайдан келем дедің бе. Жөніңді айтшау жарқыным торғайдан келем дедің бе. Иә, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақтың әр шаңырағында тек қана той болсын, қуаныш болсын деп тілек білдіреміз. Әрқашанда әлемде бірлік, ынтымақ болғай. Осындай туындыларыңыз арқылы халықтың жүрегіне нұрын алып жүре беріңіз. Осындай туындылар ең басты мәнді, мағыналы, есті шығармалар көп болсын. Әмин. Ал енді сіздің таңғы тілегіңіз барша телекөрермендерге. Мынау бүгінгі келген жаңа жыл баршаңызға құт береке әкелсін. Жалпы елімізде тыныштық болсын. Айтады ғой аталарымыз, Алла берген көкжайлауға бөтен біреу қонбасын, бесіктегі немерелерінің бәшбайлары тоңбасын деп. Сондықтан еліміз тыныш болсын, әрқашанда ауыз біршілік болсын. Мінекей жақсылықтар күтейік жаңа жылдан. Елім, халқым аман болыңдар. Жақсылықтарға қарай ұрпақ бет бұрсын, ұрпақ өсіп аман есен, қазақ халқы өрлеп өсе берсін. Иә, ұлымыз он шақты, қызымыз он шақты болсын. Ардақты телекөрермендер, олай болса бүгінгі шығарылымды да бірер сәттен кейін қорытындылайтын боламыз. Бізбен бір болыңыздар. Тамаша той думанмен таң атырса, сол кезде жаның бәсе. Балу тұрсаң,
Қымбатты телекөрермендер, тобыл таңына мінекей эфирде берілген уақытты осымен тәмамдалды. Прекрасный эфир сегодня случился в нашей студии. Бауыржан, как-то задали мы тон, началась неделя, понедельник оказался очень легким днем, ведь сегодня выходной. Еще раз мы поздравляем всех с праздником, желаем прекрасной рабочей недели и всегда включайте телеканал Костанай, программу ТОП Болтаны. Я, бүгінгі күн сәтті болсын, ардақтаға ен, алға құрған барша жоспарларыңыз ойдағыдай орындалсын, осы аптада тек қана жағымды жаңалықтармен жүздесуге жазсын. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі жүздескенше дейміз. До встречи в эфире.